Следующий вопрос касается только регистрации на сайте. Для того, чтобы создать курс, обучаться в нем, необходимо сначала пройти авторизацию. Авторизация означает ввод логина и пароля. Например, тут уже есть в памяти готовые логины и пароли. Они будут сохранены после регистрации. Для начала посмотрим, как создавать учетную запись. Тут добавлены специально нестандартные вкладки для руководителей, для преподавателей, для того, чтобы показать возможности для разных категорий пользователей. Итак, создается учетная запись. Для этого необходимо ввести логин и пароль. Например, студент, хотя это может быть и директор, неважно. Обращаю внимание, что можно вводить русские символы любой длины. По умолчанию пароль очень сложный, с заглавными буквами, с символами. Я упростил специально. Дальше вводится адрес электронной почты два раза. Требование, чтобы вводить один раз, здесь неприемлемо, поскольку если он ведет неправильно, то он никогда не получит письмо и этим создаст нам трудности. Это традиционная система, связанная с персональными данными, с результатами, которые важны. Имя и отчество. По умолчанию в системе было имя, я добавил еще и отчество. Принято в учебном процессе. Город не обязательно. Страна пока по умолчанию Россия. Другие сведения добавлены нами. Выбирается необходимые, вводятся данные. Например, так. Я снял обязательные поля, иначе возникают трудности при регистрации, их потом можно уточнить. Добавлено соглашение обязательно. Кстати, на других сайтах его нет, а должно быть при регистрации. Его можно посмотреть, прочитать. Я взял наиболее типовое, готовое, и сохранить. Прозвучал сигнал о том, что письмо тут же ушло. Браузер предлагает сохранить этот логин и пароль, чтобы больше его вручную не вводить. Да. Добавлен текст. Проверьте папку «Спам» на всякий случай. Вот это письмо находится. Уже пришло. Это делается обязательно, чтобы идентифицировать пользователя, чтобы запретить моменты, когда чужая почта используется злоумышленником. Достаточно подтвердить. Благодарит система за регистрацию, и можно продолжать работу на сайте. Задача решена. Открывается личный кабинет по умолчанию с курсами, с заданиями. Появилась кнопочка здесь, показывает, кто это. Внизу появляется дополнительное сообщение, что вы зашли под именем. И на главной странице
персональное обращение, напоминание, что он авторизован. И здесь же я добавил в этом баннере ссылки, напоминания для создания курса, для изменения своей учетной записи, например, внесения фотографии, где личный кабинет и где находится техническая поддержка. Этот баннер можно скрыть. Вопрос закончен с регистрацией.